Десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между претендентом Максом Эйви и действующим чемпионом мира Александром Александровичем Алехиным. 24 октября 1935 года матч проходил в различных городах Нидерландов. Александр Алыхин сдался на 41-м ходу партии. Фотография, Александр Алыхин и Макс Эви за партией, во время матча на первенство мира 1935 -го года.